Дамы и господа, дорогие друзья, добрый вечер. Вот буквально год назад мы в этом замечательном клубе на такой шикарной концертной площадке представили проект, который получил название «Вивальди. Времена года, времена джаза». То есть весь цикл скрипичных концертов «Времена года» мы представили публике в таком джазовом изложении. Сегодня прозвучат несколько частей из разных циклов этого же проекта, но уже в таком уменьшенном составе. Это наш небольшой такой эксперимент. Можно даже сказать, что такая небольшая премьера. Вот, и слава Богу, что публики немного, а то страшно немного. Вот. Дорогие друзья, помимо Вивальди прозвучат некоторые джазовые стандарты, которые вам известны. И я, как человек академического образования, пытаюсь с помощью вот таких замечательных коллег, как Евгений Кличищев и Павел Протасов, осваивать джазовую музыку. Итак, друзья мои, мы начинаем наш концерт. Вивальди, времена года, времена джаза, весна. Концерт номер один, первая часть. Друзья, я вам желаю хорошего настроения, приятного вечера. Thank you.
Концерт номер два «Лето» в трех частях. Можно скрипочку на монитор и читочку добавить. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, спасибо. С вашего позволения продолжим концерт через после небольшой паузы, минут 10. Спасибо.
сейчас прозвучит «Танго ревности», автор Якоб Гаде. Thank you.
хотим вернуться к циклу Вивальди «Времена года, времена джаза». Сейчас прозвучит вторая часть из четвертого концерта «Из зимы». Thank you.
друзья, и в завершение нашего чудесного вечера мы для вас исполним знаменитый джазовый стандарт Армандо Стронга. С вами сегодня были Евгений Гречищев, Павел Прокасов и ваш покорный Анатолий Сиплов. И большое спасибо администрации клуба Алексея Козлова и лично Райку за приглашение, за предоставленное. За предоставленную концертную площадку. Спасибо. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо за предоставленное удовольствие. У нас такая семейная обстановка сегодня получилась. Очень надеемся на дальнейшие наши встречи. Всего вам доброго, до свидания.